Граф на двух n вершинах. Если ребер n квадрат плюс 1, давайте докажем, что треугольников не меньше, чем n штук. Сначала картинка. Представьте себе, что, например, n равно 6. И у меня простая вещь. Каждая из n точек соединена с каждой из n точек внизу. Давайте я не буду рисовать все здесь. Вот так вот, да, считается, что они все проведены. Понятно, что в таком графе нет треугольников. Ну, просто потому, что он двудольный. То есть здесь нет ни одного ребра, и между этими точками тоже нет ни одного ребра. Двудольный граф. В нем действительно ровно n квадрат ребер. Что происходит, если я провожу любое ребро? Ну, очевидно, возникает n треугольников. Таким образом, вот это вот число, которое здесь написано, невозможно увеличить. То есть бывает граф, в котором n квадрат плюс одно ребро, и при этом ровно n треугольников. Ну, и господа, на самом деле, конечно, можно было разобрать еще другой случай, когда граф на нечетном количестве вершин, тогда была бы немножко другая картинка. Представьте себе, скажем, у нас вверху 5 точек, внизу 4 точки. И то же самое, полный двудольный граф. Тогда имеет смысл добавлять ребро куда? Ну, естественно, вверх. И тогда возникают 4 треугольника. То есть, если у вас здесь n плюс 1 точка, здесь n точек, то количество ребер n умножить на n плюс 1, и при добавлении еще одного ребра у вас должно образоваться не менее n треугольников, да? Количество треугольничков не меньше, чем n штук. Ну вот, хорошо бы это все доказать. Индукция от 2n к числу 2n плюс 2. Есть граф на 2n вершинах. Если в нем n квадрат плюс одно ребро, то обязательно не меньше, чем n треугольник. Мы сейчас рассматриваем граф, в котором 2n плюс 2 вершины. Требуется доказать, что в таком графе обязательно n плюс 1 треугольник есть. Ну, может, n плюс 1 или больше. Разумеется, использовать вот эту картинку мы не можем. Не можем просто потому, что не уверены, что эта картинка является, что называется, самой лучшей. То есть абсолютно непонятно, что за граф. В нем могут быть ребра совершенно по-любому, и поэтому я, разумеется, не могу использовать какой-то конкретный вид этого графа. Но я могу сказать вам следующую простую вещь. Что если у нас ребер в таком графе на 2n плюс 2 вершинах, n плюс 1 в квадрате плюс 1, то хотя бы один треугольник найдется. Потому что доказывали мы, причем даже несколько, теорему о том, что больше, чем n плюс 1 в квадрате, не бывает. Согласны? Ну, это у нас было на предыдущем занятии. Причем там мы доказывали и от n к n плюс 2, и от индукции от n к n плюс 1. Причем, ребята, разными способами, но это мы делали. Что если количество ребер больше, чем n плюс 1 в квадрате, то граф на таком количестве вершин обязательно имеет хотя бы один треугольник. Согласны? Так вот, давайте мы такой треугольник и рассмотрим. Итак, есть треугольник? А, Б, С. Понятно, что кроме вот этих вот отрезков, из точки Б могут выходить еще какие-то отрезки куда-то. Давайте их количество обозначим в Y. И вот с точки Б выходит всего Y плюс 2 отрезка. Из точки С сколько отрезков выходит? Z плюс 2, из точки А выходит x плюс 2 отрезка. Так вот,
Дальнейшее доказательство зависит от того, x плюс y плюс z большое число или маленькое. Будет два варианта. Давайте поймем, что такое большое и что такое маленькое. Значит, если я сейчас возьму и отброшу, скажем, точки А и Б из графа. Просто эти две точки, А и Б, вырежу вместе со всеми ребрами. То понятно, что у меня получится граф на двух n-вершинах. Так? Обратите внимание, при этом у меня треугольник АВС перестанет существовать, если я выбросил эти две точки, А и Б. Треугольник АВС перестанет существовать. Таким образом, если я выброшу небольшое количество ребер, то у меня останется граф на двух n вершинах, и там, если будет много ребер, то там будет у меня n треугольников, да еще треугольник ABC. Всего будет n плюс 1 треугольник. Понятно? Это в случае, если x плюс y довольно маленькое число. Если же x плюс y большое число, ну тогда будем разбираться. В общем, если x плюс y большое, тогда такой простой способ не пройдет, и надо будет что-то другое придумывать. Что? Большое с каких вот? Вот. С каких большое? А давайте сейчас это вычисление и сделаем. Значит, итак, если мы выбросили точку А и выбросили точку B, давайте посчитаем, сколько тогда всего выброшено ребер. Ну, смотрите, из точки А выходили x плюс 2 ребра. Из точки B выходили y плюс 2 ребра. Так что будет x плюс y плюс 2 плюс 2. Но это не вполне так, поскольку это посчитали 2. Здесь x плюс y выбросили, да еще вот эти три ребра выбросили. Значит, на самом деле формула такая. Было ребер n плюс 1 в квадрате плюс 1. Когда выбросили точки А и Б, стало ребер еще минус x, минус y и минус 3. Так вот, господа, если это число не меньше, чем n квадрат плюс 1, то это в точности означает, что в оставшемся графе n треугольников будет. Если у меня выполнено вот такое неравенство, n плюс 1 в квадрате плюс 1 минус x минус y минус 3 больше или равно n в квадрате плюс 1, то это в точности означает, что останется граф, в котором найдется не меньше, чем n треугольников. Соответственно, там вместе с треугольником ABC у нас будет n плюс 1 треугольник. Отлично. Ну, не проблема разобраться с этим механизмом. Единица исчезает, x плюс y переносится направо, n квадрат я убираю, остается 2n плюс 1 минус 3. Это 2n минус 2. Значит, во всех случаях, когда x плюс y не превосходит числа 2n минус 2, я задачу решить могу. Кстати, если также у меня y плюс z не превосходит, или если у меня x плюс y не превосходит, то я, соответственно, выброшу или b и c, или a и c, и все будет хорошо. В каких случаях у меня так не получается решить задачу? А вот в таком случае. Если x плюс y больше или равно, чем что? Какое число после 2n минус 1? 2n минус 2. 2n минус 1. Извините, сам же выдал секрет, да? Итак, в этом случае возникают проблемы. Ну, соответственно, y плюс z должно быть не меньше, чем 2n минус 1. И z плюс x тоже не меньше, чем 2n минус 1. Вот,
числа x, y и z таковы, что сумма любых двух из них не меньше, чем 2n-1. Так вот, ребята, оказывается, что в таком случае у нас уже настолько много отрезков выходит из точек А, Б и С, что много найдется треугольников, что называется, вокруг этого. То есть представьте себе, что если у нас числа x и y очень большие, то просто тогда найдется много треугольников с ребром АВ. Да? Просто если здесь очень много отрезков выходит, и здесь много отрезков, то они вынуждены будут пересечься, эти два множества, потому что у нас всего-то точек... Все помнят, сколько всего точек? 2n плюс 2. Правильно? Всего точек 2n плюс 2. Единственная проблема, как не запутаться. Как в этих вычислениях не запутаться, я предлагаю следующий способ. Господа, я уже написал неравенство x плюс y, y плюс z и z плюс x не меньше, чем 2n минус 1. Да? Вот это запомнил. А теперь я сделаю так. Вот у меня всего, кроме этих трех вершин, всего оставшихся вершин, очевидно, 2n плюс 2 минус 3, 2n минус 1 штука. Да? Всего 2n минус 1 вершина, кроме точек А, Б, С. Так вот, я эти вершины разобью на следующие типы. У меня будут вершины, которые соединены с всеми тремя. Возможны такие? Давайте количество таких вершин я обозначу буквой D. Итак, D – это вершины, соединенные со всеми тремя вершинами А, Б, С. Наверное, вы уже догадались. C – это будет количество вершин, которые соединены только с двумя. B – с одной. И, наконец, А ни с одной, с нулем, ни с одной из. Кто понимает, чему равна сумма чисел А, Б, С, Д? 2n минус 1, конечно. Конечно, 2n минус 1, просто потому, что все вершины, кроме А, Б, С, это или вершины типа А, или типа Б, или типа С, или типа Д. Так? Значит, всего вершин, очевидно, 2n минус 1. Замечательно. Теперь давайте думать, сколько у нас возникает треугольников в нашем графе. Откуда возникают треугольники? Ну, один треугольник есть, это сам треугольник АВС. Вершины типа D дают по сколько треугольников? Неправда? По три. То есть количество треугольников это сам треугольник АВС плюс 3D. Хорошо. Вершины типа С сколько дают треугольников? Два. Я не уверен, что два. Они соединены только с двумя. Они дают просто по одному, к сожалению. Так, вершины типа Б ничего не дают. Вершины типа А тоже не дают ничего. Замечательно. Какое у нас должно быть неравенство, если задачу не получается решить? На количество треугольников. Мы хотим сколько треугольников? Не помните? Неправда. N плюс 1. Мы хотим n плюс 1. Значит, если у нас не получается решить задачу, то это число не превосходит чего? Не превосходит n. Это число, очевидно, не превосходит n. Потому что если оно n плюс 1, то задача уже решена. Если оно еще больше, чем n плюс 1, еще лучше. Итак, я, может быть, вас немножко запутал. Я думаю, что народ пытался распутать. Значит, что у нас есть? Из точки А выходит
x плюс 2 отрезка, из точки B выходит y плюс 2 отрезка, из точки C выходит z плюс 2 отрезка, это понятно. В том числе не в вершине ABC выходит, соответственно, x, y и z отрезков. Замечательно. На числа x, y и z есть вот такие неравенства. Чудесно. Дальше. ABCD, я объяснил, что такое. D – это количество точек, кроме точек ABC, соединенных со всеми тремя, C с двумя, B с одной. Замечательно. Теперь количество треугольников, если учитывать только треугольники, вот, которые я объяснил, то есть треугольник ABC, а также вот такие, это 1 плюс 3D плюс C, чтобы задача не была, была неверна, это число должно не превосходить N. Так вот, ребята, если вы сейчас мне объясните, какая есть связь между числами x, y, z и числами a, b, c, d, то это будет совершенно замечательно. На самом деле есть несложное соотношение между числами a, b, c, d и числами x, y, z. Получить его легко, если посчитать двумя способами отрезки, которые точки А, Б, С связывают с остальными вершинами графа. Вот давайте подумаем. Значит, итак, из точки А выходит сколько отрезков? Х. Нет, 2 это сюда, 2 не считается. Х просто. Здесь Y, здесь Z. Согласны? Значит, Х плюс Y плюс Z это количество ребер с вершинами А, Б, С, а другая вершина где-то там. Так? Хорошо. А теперь давайте наоборот, с точки зрения тех точек считать. А плюс D плюс C плюс D? Нет. Конечно, нет. 3D. Потому что оттуда выходит сразу 3 ребра. 3D. Дальше что? Нет, не C. 20. Дальше. Плюс B. Вот оно соотношение. X плюс Y плюс Z. Это 3D плюс 2C плюс B. Замечательно. Теперь давайте на все на это посмотрим. Значит, X, Y и Z связаны вот такими неравенствами. Ребята, я чувствую, что уже пора их все сложить и посмотреть, что же такое будет. 2X плюс 2Y плюс 2Z больше или равно чего? 6N минус 3. Правильно? Давайте это напишу. 2х плюс 2y плюс 2z больше или равно, чем 6n минус 3. Ну, это означает на самом деле, что x плюс y плюс z у меня не меньше, чем, когда я буду делить пополам, 3n. Ну, господа, там, где больше равно 6n минус 3, там больше равно, чем 6n минус 2 тоже. Значит, не меньше, чем 3n минус 1. Отлично. Теперь вспоминаем вот это вот равенство. А плюс b плюс c плюс d это 2n минус 1. Пишу. А, b, c, d равно числу 2n минус 1. И еще вот это вот неравенство. N больше или равно чем n. Давайте n минус 1 больше или равно чем 3D плюс C. Ну что ж, вот нам система. Впрочем, нет, даже не такая система. Все это одна большая система. Неравенств. И равенств тоже. Из которых мы должны сейчас получить противоречие. И если мы это сможем сделать, а я на самом деле абсолютно в этом уверен, то в таком случае и вся задача будет решена. Давайте посмотрим, нельзя ли здесь что-то уже, от чего-то уже освободиться. Значит, смотрите, x, y, z не меньше, чем 3n минус 1. Значит, на самом деле вот это вот не меньше, чем 3n минус 1. Отлично. Теперь смотрим. А, Б, С, Д – это 2n минус 1. Заметьте, пожалуйста, буква А вообще в других местах полностью отсутствует. Поэтому на самом деле вот это вот равенство я могу написать по-другому.
Я могу написать, что 2n минус 1 больше или равно, чем b плюс c плюс d. Так, теперь надо понять, как мне вот это вот число 3d плюс c и вот это вот число b плюс c плюс d, как мне все, как мне это дело, что называется, совместить вот с этим. Так, b я здесь вижу, и здесь я тоже b вижу. Так, господа, я думаю, я все-таки просто возьму и сложу вот эти два неравенства. Совершенно бесхитростно. Получится 3n минус 2 больше или равно 4d, 2c и еще что? Еще b. Замечательно. Так вот, докладываю, 4d, 2c и b это больше или равно, чем 3d плюс 2c плюс b. А это в точности вот то число, которое больше или равно, чем 3n минус 1. Неравенство дали противоречие. Здесь стоит 3n минус 2, здесь стоит 3n минус 1. Собственно говоря, все сделано. Так, господа, увидели? Увидели. Давайте я не буду вас мучить рассмотрением примера для нечетного количества вершин, потому что, в общем, на самом деле надо сделать то же самое. Но это очень хорошее упражнение. Просто, что называется, проследите все эти этапы. В общем, господа, что называется, вот это случай, когда не нужно учить это доказательство, а есть простой способ. Если вы способны самостоятельно такого типа вещи выписать для перехода от 2n минус 1 к 2n плюс 1, значит, вы все поняли. Ну, то есть теорема такая, если дан граф на 2n плюс 1 вершине, если в нем n умножить на, соответственно, ребер, то не меньше, чем n минус 1 треугольник, да? И то же самое тут. Так, договорились?